срочно оплатите просроченную задолженность. Сообщение с требованием пополнить кредитную карту ошарашило Гульжиган Исмагилову. По словам 61-летней пенсионерки, долг она полностью погасила. Говорят, у вас долг висит. Я говорю, откуда? У меня же все чеки есть, этот все. Почему так? Вот, говорит, этот, мол, ну тогда, мол, этот правоохранительный орган, мол, ну, обращайтесь. Куда? Я говорю, вы же должны знать, говорю, куда деньги делись. В июле женщина оформила кредитную карту под небольшой процент. Пенсионерка успела потратить 14 500 рублей, чтобы закрыть долг каждый месяц. Банку Гульжиган Апал перечисляла по 2000. Однако, как оказалось, деньги до адресата не доходили. Они говорят, ну, доказывайте. Мы, мол, ничего не можем. Куда они делись-то, деньги? За помощью бабушка обратилась в правоохранительные органы. Те деньги, которые банк должен был беречь, но он, скажем так, ссылается на то, что преступники эти деньги унесли. Бывает, что говорит, что потерпевшие сами виноваты тоже. Более того, за просрочку кредита 61-летней пенсионерке банк начислил штраф. Гульжиган Исмагилова должна оплатить в ближайшее время 16 000 рублей. По ее словам, на эти деньги она смогла бы прожить 3 месяца. Алина Сидорова, Петр Греков, Эфир 24. Настройте и смотрите новый телеканал в кабельных сетях. Эфир 24 «Релакс».